На улице у нас сегодня немного снегом припорошило. Проснулись. Ну, как и не, да, я тоже говорю. Это, видимо, влажность такая. И снегом не назовешь. Не назовешь. Да. Поставила я кушать, готовить. Кстати, Патрик такой интересный. Через такие калитки перелазит, а через эту траншею даже перелезть не может. Бежит вот так, оббегает дом и бегает. Вот сидит, видите? Макс на той стороне. И что ты сидишь, патриотик? Смотрит, видите, в яму. Странный какой-то, смешной такой. И сидит себе. Кушать не готовлю. Ну вот. Надо будет, кстати, сегодня это орешницу чуть ли не отнести. Кристинка, короче, уделала всю себе кофту в сгущенке. Ну, потому что кошка лезет, играется с ней. Вот так получается. Вот, а у нас посылка. Сейчас, кстати, распакуем, наверное, ее, да? Или не будем распаковывать? Будем, конечно. Будем? Конечно. Ну ладно. Дарюш, будем? У Дарьки все хорошо. Гуляет, скажи, здесь в день по 3 раза. И по часу. Ну, он не любит, кстати, долго гулять. Я замечаю, побегает, 5 минут, все бежит домой, не хочет. Проголодается, бежит домой. А он такое ощущение, что он проголодается, это называется через каждые 5 минут. Вон, видите? Так, никто ничего не слышал, лучше закрыли. Так, охотница. Им напрягаться нельзя, понимаешь? Уже все, с возраста напрягаться нельзя. И вот так вот целыми днями. Ну все, жду Кристинку, он когда покрасится. Он по-другому себя ведет. В гостях он себя ужасно ведет. Да, вот скафнит, а? Да, более-менее, потому что он не побаивается. А здесь он понимает, что есть защита. Нет, хотя я его не защищаю. Защищаю. Что мне тоже иногда уже надоедает, что вот это скафнение. Да, Дарюш? Ты или от старости, или ты вот такой характер? От старости. Ой, охотница маленькая. А, да? Хорошо. Ух ты! Так, подушечка. Смотри, какая подушка. А почему ты мне не говорил, что у нас такие подушечки? Не, я видела подушки. Кстати, ты заходишь, знаешь, куда? Это детский, по-моему, детский товар. Подушка. Какая она, слушай, няшная. Она здесь даже на замочке. Тигренок на облачке. Это, смотри, на облачках такая. Слушай, я даже... Она белоснежная. Ты руки мыла? Да, вот я тоже думаю. Почему такая тяжелая? Класс. 299 рублей, это такая подушка. Чехол снимается, можно стирать без проблем. Да, классная. Звездочка. Здесь звездочки на одной стороне, на другой стороне. Тигренок на облачке. Тигренок на облачке спит, ага. Наволочка, все отдельно. Плотненькая такая, хорошая. Размер составьте этой подушки не написано. Я думаю, это 30 на 30, да? Угу. Ой, какая хорошенькая. А может быть 40 на 40. В кроватку, да, в детскую накидал? Заготавливаюсь. Мало ли. Бортики, да, вот так? О, платок. А, это да, большой, я тоже заказала. Да, это, кстати, 120 на 120. А до этого ты заказывал себе маленький, да? Да, метр на метр. Серьезно? А не было, значит. Так, это Нэнси. Там что-то это Нэнси. 360 рублей стоит такой платок. Да, есть, кстати, поменьше размерчики. Кстати, почему? Что-то не такой, ну что, большой или большой? Большой. Тут меньше, но... Конечно, меньше. У меня поменьше. Угу. Классный платок. Я заказала поменьше. И цвета там тоже. Светлые есть, серые. И красные, да. Каких только там расцветок нету. Хорошо. Колготы не скатывающиеся. Верблюжья шерсть. Цена их 307 рублей. 42-48. Попробую. Класс. Так, дальше. Здесь у нас что? Тельняшка. Тельняшка для Рушана. Рушана, к сожалению, нет. Ну, приедет померить. Там уже во влогах покажу, как на нем тельняшка смотрится. Он давно хотел себе тельняшку. Вот такая тельняшка. Почему написано тельняшка вязаная? Ну, модель М вязаная, наверное. А, да? Угу. 350 рублей, 50 размер. Угу.
ну, как я понимаю, для Рушка, что ли. Такое? А нет, 44-й. Что она там творит? Коза за ручку мою угнала. Вот коза. Крис, смотри, это штаники, кстати. Ты себе заказала? Да, H23 ищи. 44-й размер. Это мне Рушан заставил их заказать. Точно, он же любит вот эти всякие расцветки. Ой, они какие длинные, слушай, класс. Не люблю короткие. Камуфляж зеленый. 624 рубля. 44 размер. Теплые они? Но они не теплые, но они такие плотненькие. Угу. Нэнси, коза, блин. Каждый развлекается. Сейчас померю, подожди. Что, разносит, да? Так, долго ты там еще? Посадка. Низкая, а средняя? Угу. Ну, хорошая штанина. Длина хорошая. Это Рушан, блин. А что? Видите, что-нибудь камуфляж. Ну, мне не очень просто нравится такое, такая расцветка. Не, нормально. С черной майкой, даже с черной кофтой, футболка хорошо. Сколько такие? Сколько, кстати, они стоят? 624, по-моему. Здесь же штампа черная. Угу. 624 рубля. Давай, дальше. Сперва такое, что из вещей покажу, а потом уже это. О! О! Кстати, заказала себе костюмчик. Просто, блин, нет моего. Хотела 44-й. Ну ладно, 44-го нет. Ну закажу 46-й. Была, не была? Большой. Большой? Нет, это кофта, она сама по себе такая квадратная. Я сейчас как примерю. А штаны они такие есть, короткие. Укороченные. Они, да, они укороченные. Смотри, они какие широкие. Сейчас я померю. Давай. А точно впереди черненькая? Да. Точно, да? Да, да, я по модели смотрела. Вот смотри, сзади клетка. Вот это домашка. Такой костюм стоит 1057. Кстати, он такой удобный, но он клевый. Он такой, знаешь, я даже не могу объяснить, какой он. Когда я его увидела... Он такой, говорит, знаешь, даже не могу объяснить, какой. Он крутой, он удобный. Вот мне бы на... О-о. Так, Так, дама. Нельзя, Зайенька, нельзя, моя девочка. Да, я знаю, что ты хочешь посидеть. Большеват, конечно, не видишь, вот здесь. Вот так, здесь. Так и есть свободно, что поправишься. Вот так классный. Будешь, будешь меня слушаться, поправишься. Ладно. Советую, уже второй раз я заказываю, что я один раз попадаю. Землетрясение. Это у меня машинка. Резинка. Карманы удобно. Есть? Карманы большие. Видишь, смотри, хорошие карманы. И длина, они короткие, но эта длина вот такая должна быть. Ты за кем там следишь? Ты-то камерой, интересно, работаешь. В саму голову в другом направлении повернута. Пошла куда-то, за кем-то охотиться. Так, кстати, вот этот комплект советую. Так, да, так по-домашнему смотрится хорошо. Угу. Он такой удобненький. Да даже на потом оставлю, да? А мне кажется, даже нормально, что он такой свободный. Так, здесь у нас идет майка. Майка 50-го размера на Рушана. 215 рублей. Вот такая маечка. Угу, он любит такую. Не маленькая? Не, не маленькая, нормально. У нас все майки светлые. О, заказала себе полотенец. Вафельных, пасхальные зайчики, это я на Пасху заказала. 5 штучек. Уже начала заранее готовиться. По 33 рубля. Покажи одно. Угу. По 33 рубля. Одно полотенчико. А, ну и симпатичные такие. Вафельные. Ага. И цыплята, яички. Зайки. Зайки. Да, теперь у меня есть на Пасху полотенчики. А здесь еще одна майка. Угу. 50-го размера, да, Рушанчика. 215 рублей, такая же?
А, нет, немного другая, да, расцветка? Да, расцветка немножко другая. Камуфляж и пиксели. Да, пиксель, вот это камуфляж. Ага, 50-го размера. Он приедет померить. Вот это хорошая расцветка. Ну, он работает, одевает свои белые майки. А в пыли, смотрю, нагнулся где-то из-под штанов, из-под кофты вылезла эта белая майка, которую... Он, я говорю, я стираю, вот такая полоса на спине черная. Я говорю, для дома можно вот такие темные майки, да? И поэтому заказала его. И еще один костюмчик. Так. Тоже для дома? Да. Я не видела такой почему-то. ДКД 79. 44 размер взяла. Ой, какой он мягенький, кстати. Классный. Классно, когда заказываешь вместе, ты что-то где-то пощупала, вас для себя что-то урвала, там подумала, и тоже такой классный. Да, потом вообще. Я имею в виду, что такое вот, можно смотри, тоже такое. Видишь, резиночки. Давай, один мерь. Ага, тут как-то странно сделали этикетку обычно. Не туда, да, на спину? Ага. Спину, сейчас померю приду. Давай. Костюм велюровый, цена его 980 рублей. Да, расцветка кстати... такая была? А? Расцветка такая была? Да, только такая вроде бы. Синяя. Вот, карманов нет. И я бы, если честно, заказала бы ну, на размерчик бы побольше. Да? Если брать такой костюм на размер побольше. Вот я ношу 44-й, вот этот 44-й. Чуть-чуть вот прямо дискомфортно. Вот здесь вот в рукавах, видишь? Вот. Угу. Чувствуется такая немножко. Это... Дома что-то хочется такое свободное. Да. А так классно, конечно. Вроде штанишки нормальные, нигде ничего не ущемляют движение. А вот кофточка немножко узковата. Ну ладно. Шторы закрываю, потом снимаю, потому что так не отражает солнце. Цвет, вернее. Цвет отражает, и все. Ничего не видно, засвечивается. Как на кухне у нас бывало. Ну, ладно. Мне что нравится в этих комплектах, они не однотонные. И имеется в виду, у них простынь и наволочки одной расцветки, а под одеяльник другой. Смотри. Вот такая простынь. Тоже сердечко. А, такая серо-бежевая. И у нее, смотри, у нее такая такой цвет, как будто перламутровый, что ли, да, какой-то. Вот этот, кстати, комплект, который с фламинго, у них также очень да? красиво, да. Потом наволочки. У них, кстати, можно наволочки на заказ. Если у вас подушки идут 50 на 70, вы можете написать сообщение, и они вам сошьют, как вам нужно. А так стандартом у них идут 70 на 70. И... под одеяльник. Вот видишь, в чем мне нравится? Говорю, что у них здесь, допустим, голубой, а здесь вот бежевый. Скажи, как так с отливом, да, с каким-то? Отливает. На камеру это, скорее всего, не передается. Но очень красивый комплект, советую. Красивый. Просто бывает вот такое, что, как говорится, что на картинке одно, а приходит другое. Здесь совсем не так. Да. Вот что на картинке, то и приходит. Та же самая красота и приходит. Так, ты почему цена не больше? Я как я не говорю, я сказал 1479 на двухспалку. Качество поплин. Так, второй комплект. Сердечки, клубнички. Знаешь, что-то захотелось. А, да, внутренняя сторона или эти листики. Это наволочки. Это простынь. Да, просто. Так. Простынь у нас идет с листиками, да. Сама идет она розовая. И беленькие такие листики у нее. Наволочки. Клубнички. И листики, кстати, тоже дают. Поэтому листики. Так, посмотрим. Под одеяльник. У нас случилась беда. Что за беда? Ручка под этот, под ну как холодильник. Под этот, блин? Моя ручка, я же с этой, она не нужна при работе. Ну вот она теперь но под холодильником ручка. Лазит. О, я боюсь, красиво. Что там ее теперь током ударит. Смотри, где она. Не ударит, она там лазит. Что ты как это, будем теперь за каждую минуту переживать.
Нэнси. Нэнси. Выходи давай оттуда. Лазила она там уже, не ударяла, не переживай. И когда Рушан был, он меня спрашивал постоянно, говорю, ничего там не будет? Она говорит, нет. А я доверяю своему мужику. Смотри. Красиво. Серый с розовым красиво смотрится. Вот теперь у вас есть голубой, розовый. Ну, чтоб обидно, а то Рушан скажет, что ты меня в розовый положила. А я скажу, что ж ты меня в голубой это ложишь. Класс. Спасибо огромное. Огромное интернет-магазину «Любимый Василек». Очень нравятся комплекты. Прям я в большом восторге. Там еще один остался. Да, это еще не все. Это еще не все. Здесь у нас еще один комплект. Ну, а подушечки. Я буду прям при каждом заказе быть подушечки брать. Вот так наберу их. Надо бы тоже заказать себе. И будет у меня коллекция подушек. Но я их буду убирать. У меня так. Так. А это, я думаю, Катинка, тебе знакомый комплект. Это как у меня, да. Это получается это на полу... Это ты испортила? Да. Тоже по клин на полуторку 1289 рублей. Получается, только дешевле, а вот эти два дороже? Потому что это полуторка, а это двухспалка. А, все, поняла, я же эту полуторку взяла. Для гостей. Для гостей, да, чтобы это... Я от него в восторге, от этого комплекта. Ой, какой он яркий, слушайте. Да. Надо спать, я в этот раз себе тоже заказала. Мужка не станет, правда, такой ярко-розовый, просто не спать. С павлинами, ой, с этими... С цветочками. Ой, ну класс. Ну да, красиво, да. Офигенно. И у него, посмотри, тоже вот такой синий цвет, как он вот... Он такой насыщенный. Как, я не могу объяснить, он как перламутровый, что-то вот как будто... Ой, слушай, надо будет взять ему не на двухспалку, так, на всякий случай. В заправленном виде вообще классно смотрится. Ой, красота. Я его полюбила, это один из моих любимых. Ну, еще там есть вишенки, если надо будет мне тоже заказать вишенки. Вишенки у меня есть. Нет, ты вправду, да, такое? Да-да-да, я говорю. Красота. Ну, я его взяла на высокой температуре, постирала, блин, и сварила его. Случайно, да, перепуталась? Да, я что-то не знаю. Машинка такая не очень у меня, поэтому... Ну да, какого-то переливается, да? Угу. Красивый комплект. Красивый комплект, да. Угу. Мне тоже понравился. Надо на двухспальку взять на нашу. Интересно, будь здорова. Спасибо. И здесь также вот. Да, розовый. Угу. Качество очень приятное. По крайней мере, поплин намного лучше, чем этот, как называется? Бязь. Бязь. Бязь такой некомфортный к телу. Угу. Может, кому-то нравится, да, мне тоже бязь не очень как-то понравилась. Угу. Бязь грубовато. Дешевле, да, ну кому как, в принципе. Хотя я сколько раз пыталась, стирала, и этот кондиционер постоянно доливаю. Все равно. У меня лежит новый бязь, я его не рискну никак заправить. У меня тоже бязь новая. Потому лежит. Что я боюсь. Я постирала, но не заправила. Потому что я боюсь, что не смогу на нем спать. Угу. Так что вот такие вот новиночки уберу. Так что ссылочка в описании будет к этому видео. Переходите, смотрите. Выбирайте. Комплектов очень много. И, кстати, постоянно ассортимент добавляется. Да, сейчас, кстати, у них тоже новые комплекты там, появились. Кстати, да, я хочу, там есть комплекты весь в пирожных, таких в разных. Потом есть комплекты в ананасах. Ну, классные комплекты, конечно. Угу. И сатин, и поплин, и разные у них. И разная ценовая категория есть, и подешевле. Есть, конечно, прям такие дорогие комплекты, подарочные, кстати. Вот кому-то либо на юбилей, либо на свадьбу подарить. Угу. Костюмчики у них. Карманов не хватает. Узковато, видишь, кофточка прям даже здесь. Вот видно, она прям такая это, в обливочку легла. Вот плечи мои. А так узковато. Так. Красавишна. Давай, давай. Не мякой. Как отучить ее от кровати? Я прям не знаю, чтобы она сюда не лезла. Хвост мотается со стороны в сторону. Значит, что-то задумает. Угу. Значит, бесится она. Психует. Ну все, буду убирать, складывать, прятать в дальние углы. На потом. На потом, да. Все пригодится в этой жизни. Все пригодится. Угу. А какой сейчас будешь застилать? Старый. Почему?
Не ну, хочешь Nike? Ну, старые. Ну, которые уже в использовании, да? Да, которые были уже в использовании. Ну ладно, вот эти, кстати, тоже ортопедические подушки с Василька заказывали. У меня вот многие спрашивали, потому что я прям нахваливаю. И после вот, как я начала спать на таких подушках, у меня перестали вот эти вот с утра быть, ну, болеть голова. У меня прям ужасно с утра были, мучили головные боли. Я не знаю, как начала спать на такой подушке, все этого нету. И вот в Васильке тоже. Тоже там да, есть разные. Подушки какие-то странные, если честно. Если на просто подушке я спала и просыпалась в 6 утра, а сейчас я просыпаюсь в 8-9, наверное. Нет, для меня прям комфортно спать на этой подушке. Давно хотела себе такую вот. Так что имейте в виду, васильки есть. Хорошего качества. Смотрите, как пацаны радуются, что Патрик будет чистый. Драли. А мой-то возмущается. Отговаривала машину. Я перчатки одела под низ. Но все равно холодно. Не лезь к нему. Папа должен быть чист. Хотя нет. А я не люблю, когда такие машины прям блестят. Я люблю, когда они наоборот все в брызгах. В каких-то, ну вот, поняла, да, грязные? Значит, он прошел по бездорожью. У нас уже солнышко садится. Раз-два. Нет, я не говорю, что он будет идеально чистый. Все равно я насколько-то не смогу его высушить. А вот такая штука, которая вот на мойке самообслуживания, она дорого стоит? Ну да. Дорого, да? Угу. Как он там называется? Я все, что-то у меня в голове завертелось. И теперь не могу вспомнить. Я и не знала, как называется. Сколько времени стояла эта игрушка в Бишкеке, как новенькая. Поросенок, что ли? Да, пацаны отгрызли ей ухо. Патрик. Она слишком мягкая. Ну все, хватит. Вторую сторону завтра домой. Твою не буду сторону домой. А, вернее, твою помыла, хватит. Свою же не. Смотри, даже здесь грязь. Видела? Вон она. Она ж поналипла. Я замерзла просто. Пошли уже домой. Ну, замерзла. Дерек там от одиночества умирает, понимаешь? Конечно. Возмущается. Он чувствует, что мы здесь, поэтому. В салоне надо еще помыть. Только не говори, что в салоне будешь сегодня мыть. Я, да, я везде промыла. Давай салон завтра уберем. Нет. Ну, посмотри, подашь, отойди, чище стало. Нет, видно. А зачем подашь, отойди? Видно, что, конечно, чище стало. Так-то она пыльная. Ну, она сейчас опять высохнет. Она может быть разводами, ну, если да. Высохнет. Она я прям сильно замерзла, понимаешь? Серьезно. Ну ты двигаешься, я не двигаюсь. Ты мальчик, лапка прям сильно болит. Так. Так, Патрик, ну нельзя прыгать на меня, говорю тебе. Да что ты будешь делать? Я кому сказал не прыгать на меня? Вот, воробушек прилетел. Ну все, пошли. Чай попьем. Там смотри, какая земля. Ну это
это я точно не отмою. Как буксовала. Что, все? Я пойду. Ну ты-то иди, да, я буду продолжать пока нет. Мне сейчас еще воду менять. Потом я хочу воду чистую наберу. И так вот польешь? Споласкивай, да. Я сперва с ума сошла. Тебе что, сегодня не ждать, значит, дома? Губкой сперва помою, а потом уже водой. Я слегка, я не царапаю, не переживайте. Рушан, если это видео смотрит, не переживай, машинку не царапаю. Вернее, нашу, как что ты любишь говорить. Пока Рушан в отъезде, хоть поперестираю его рабочие вещи. А то он здесь вот навешивает, накидывает, а в итоге стирать мне ничего не дает. Нет, не надо, оставь, это мне еще завтра нужно. И вот так вот у нас и получаются небольшие споры. О, вот эти штаны вообще, какие они грязные. Сюда все скидывать, все его рабочие вещи. Это тоже, по-моему, рабочие штаны, конечно. Он их работает. Ну все, сейчас как запущу, все поперестираю, пока его нет. Все эти его вещички. Эти, наверное, свитера отдельно буду стирать. Хотя, не знаю, домашку можно, наверное, все вместе стирать. Вот шапка его. Кристинка здесь чинит смеситель. Я, по-моему, хуже сделала. Ё-моё. Сейчас какой-то мужик припрется. Жалко, не на пол упал. Это плохо почему-то льет. Так вот нормально. А нет, а почему воды нет? А потому что я стирку поставила. А ты разобрала уже смеситель. А я всего лишь стирку поставила. Нет, оно все равно нужно почищать. Нет, ну знаешь, как текет? Здесь одна струя, сюда другая струя. Она не одной струей текет, получается. Вот двумя-тремя. Засоряется, бывает. Какими-то какушками непонятными. А может пока так оставим, вот без этой штуки, или это нужна обязательно штука? Ну, она, наверное, нужна обязательно. У меня все руки царапаны. Ну, ты же с кошкой мадам. Играешь. Так. И тут сюда резиночку. Вообще надо заказать вот эту штучку, насадку, как продается же в Алиэкспресс. Не видела. Горит. Да? Не видела ни разу. Угу. Класс. Вот это просто штучка меняется и все. Во-во-во. Дай покажу как. О, там, ну и неудобно. Видите, не получается сделать. Думала, получится. Угу. Оно брызгает. По-моему, в разные стороны. Хуже, да? Тебе не кажется? Что стало еще хуже. Я, наверное, что-то неправильно сделала. Короче, Кристинка, я поняла, что мы без мужиков не выживем. Я уже надеялась, что все. Все нормально. А мы сейчас кушать будем. Тебе побольше тарелки? Пойдет нормально? Я больше сосу хотела. Да, нормально, в принципе, размерчик такой, не маленький. Я тоже думала взять такие тарелки, это мои маленькие. Да просто я на камеру такая худенькая, так я под 100 кило вешу. По-флотски сегодня будем кушать. Макароны с колбасой. Я люблю, мне кажется, на быструю руку вкусно. С колбасой, либо с фаршем. А мне останется? Все положить, ладно. Да. Вот видишь, Кристинка, что значит? А мне останется. Дарик, иди пылесось, пожалуйста. Дарюш, пылесось. И вот такой салатик у нас будет. Вот, да. Вот огурец, салат, горошек. Смотрите, и яйцо с майонезом. Ну все? Ну ладно, тогда ты теперь. О, все, пылесос, все. Нет, я не хочу. Давай, все, выключай, будем кушать. Я не хочу. Что, ты не хочешь кушать? Я кушать хочу, не хочу на камеру накладывать. Почему? Потому что просто... Это что за день у нас сегодня? Все летит. У нас реально сегодня все падает. Я думаю, я этот салат весь не съем, тебе оставлю. Конечно, хотя кто знает. Я люблю такой салат.
Любишь? Да. Ой, блин, даже ложить некуда, что-то тарелка какая-то вроде большая оказалась маленькой. Зато больше на 4 минуты собрать уже. Угу. Ну все, выходной. Кто много работает, то должен много кушать. Все, всем приятного аппетита.